Нападем со спины, пока он нас не за... Давай я первый. Вот так вот. Вот он! Ну-ка. Я, в принципе, готов ко встрече. Раз, два, три, четыре. Побежали. На вкус ягоды, малина. Это медведь! Это медведь! Точно! Всем привет, друзья, с вами Харди, и мы продолжаем лучшую выживалку на Android и iOS. Последний день на земле. Медведь! Медведь уже здесь! Медведь уже рядом! Ты чувствуешь его запах? Ты чувствуешь его, чё там, огромные лапы? Кто мог их оставить? Ну-ка покажи. И чё показывает? И ничего не показывает. Бро, медведь находится в оранжевых и в красных локациях. Это было в обновлении. Давай посмотрим инфу сразу по медведю. Зима еще не кончилась, но медведи уже вышли из спячки и бродят по округе. Как бы не хотелось представлять на их месте Винни-Пуха, Мишку Тедди. Есть еще медведь, который второй лишний. Тоже классный медведь. Но это вообще не про этих монстров. Вот так вот. Огромные, голодные и злые. Негодяи. Блин, нарисовали действительно стрёмного. Посмотри на его, значит, лицо. Вот такого встретишь... И, в принципе, прям на месте обделаешься. Ну, это реально, это намного суровее, чем наши медведи, да? Медведи у Ласдей, они же зомби-кожееды, это же ужас какой. Значит, опасность для всех выживших. Вот так вот. Один из охотников, парам-пам-пам, это нам с тобой не важно, мы все уже читали. Давай посмотрим. Такая длительная одиссея награждается безопасным районом и благодарность соседей, ну и царским количеством... проходок на арену Ника. Это значит, нам дадут за него дофига крови. Значит, Так. Во-первых, этих медведей не берет огнестрел. Хорошо. А я уже огнестрелом запасся, представляешь? Во-вторых, разыскать их можно на желтых и красных ресурсных локациях, но они настолько проворные, они живодристики, резкие, как понос, Вася, вообще дичь. Охотник преследовал его неделю, нам пофигу. В-третьих, как встретите его вновь, не давайте ему лишнего времени, восстановите без того могучее здоровье. Ищите на местности сразу и не позволяйте жрать. Вот так вот. Еловый перелесок. Чё за фигня? Нам сказали, вот тут его можно искать. Еловый перелесок, блиночки. И все, да? И дело в шляпе. Нифига себе. Ну давай. А чё нет? А чё нет, да? Давай. Еловый перелесок, поехали. Заходим и там смотри, смотри, чё. Ёлки-палки. Чё, серьезно? Осторожно, пули его не остановят. Да я не пули как бы бью. Ну что-то ему вообще пофигу. Вот, хорошо всекли. А чё за дела? Труба по единице бьет. Вы офигели? Я не понял. Вы чё, меня подкололи? Ты смотри, какой бред. Блин. Ну это вилы. Это вилы вообще. Натуральные. Натуральный блондин на всю страну. Че за нафиг бесит? Я нафига столько... Спасибо. Жаль, что он убежал. Тот самый охотник. Надо выследить его. Иди за мной. Ну пойдем за тобой. Друг, ты видишь количество труб, которые я скрафтил? Это явно его работа. Идем дальше. Так, окей. Видишь следы когтей? Медвежьей негодяцкой отроди. Вижу, вижу, дружище, вижу. Но одного разрушителя мне не хватит 6 тысяч жизней снести. Мы должны быть близко совсем. О, я его узнал. Вот это овно. Вот это я точно знаю. Не понял. Вася, ты куда меня? Серьезно, что ли? Я не подписывался на такую забадуху. Давайте как-то это спрашивать. Вы хотите пере... Блин. Может, это глюк был из-за того, что огнестрел был в руках? Я на это надеюсь. Потому что моя труба, моя основа вообще. Нападем со спины, пока он нас не... Давай я первый. Вот так вот. Ну-ка. По единичке труба бьет. Какая грязь, какая грязь. Ну, это все вилы. Плюс недостаток хила. Ну нет, друг.
А ты посматривай по сторонам, ищи следы. Короче, все, да, нам намекнули. Нам намекнули. И типа все, до свидос. Ага. В общем, что, будем сейчас выслеживать его, бро. Кататься по локациям, выслеживать. Единственное, мне не понравилась эта замануха с трубами. Чем не понравилась труба этому гребаному медведю? Типа секущие мачете, что ли, крафтить надо было? Так, давай посмотрим, что по заданиям. Значит, забираем все. Я не знаю, за что мне дали вот эту штуку. Что-то я сразу момента мора выполнил. Не успел зайти, как выполнил. Что еще у нас добавили, друзья? 30 постеров. Если вы не нашли еще все 30 постеров, в ближайшее время я сниму ролик, конечно же, для тебя, бро. Все 30 постеров. Единственное, я, наверное, все-таки включу это в один ролик, чтобы было понятно, да? Пусть это будет сухо как-то, так как... Ну, сухо, сухой, да? Сухой ролик такой, чисто информативный. Но мне кажется, это номер один, да? Все-таки информация. Задание у нас, значит, убить зомби-медведя. Найти 8 постеров, 25 постеров, 15 постеров. Найти 15 следов зомби-медведя. Бункер Альфа, старая шахта, лисы копье, старая ферма, подвал... пластины железные, ПУ, сосновая чаща. Короче, вообще, как нефиг делать. Мы отгадаем эту ерунду очень-очень быстро, но придется ехать домой. Я не могу трубой убивать этого гребаного медведя. Блин, это подстава, реально. Прям неприкольная. Байк креветко. Что за байк креветка? Ой, блинчики, показал, да? Бро, это тебе такая нехилая подсказка, если ты в паблике в ВК уже прошел опросник. В каком сезоне нам добавили байк креветка, да? Был там такой вопрос. Я на него, честно, неправильно ответил. Вот, я ответил номер 3. Да, да. В паблике в ВК появился такой прикольный опросник на знание, значит... игры Last Day. Насколько ты знаешь Last Day? Вот, всего лишь 15 вопросов. Ваш покорный слуга, значит, ответил всего на 7 из 15. Я прям такой, когда ответил, я такой, чего? Чего? На 7? Да вы что, офигели, что ли? Ну, вот так вот, представляешь? Ну что, начнем с соснового бора. Бора. Вообще у нас есть по заданиям чаще там, да? Лучше, конечно, объединяй. Я тебе рекомендую вот эти задания недельные объединяй. Как бы смотри, да, и то, и то, и то. Но вообще, как бы, чё париться? Неделя только началась. Все мы успеем, вот. Трубу выкладываем. Все точно не работает, да? Вот это на всякий пожарный я оставлю. Мало ли, какие бомжи придут. Вот интересно, что, да, по вепонам вообще жестко. Не все вепоны работают. А, я со спины не подкрадусь сейчас. Логово медведя, блинчики! О, понял от меня сразу, какой запашок. Не было. А почему? Я вот это все увидел и сразу все. Я, в принципе, готов ко встрече. Раз, два, три, четыре. Побежали. Мне кажется, не было дамага. О, копье на 13 дэмэджа отнимает, друзья. Ну и все, как бы, да? Копье и разрушитель. Разрушитель вообще рулит, разруливает. Потому что, ну, ты сам все видишь. На мне пофигу, бей. Блин, кровотечение вообще опасный момент. Давай, обилку. Есть. На единичку. А что за дела? Он иногда какую-то гребаную броню включает. Слушай, ну ничего себе, я тебе скажу. Вообще непростая задача. Ёлки-палки. И вот он, короче, по свалам, да? И что дальше? И опять и искать следы. Я офигею. Сколько надо всего, друзья? Даже не знаю, даже не знаю. Очень много надо всего. Вот такие пироги. И опять теперь нам надо найти следы, он на нас нападет. Мы чуть-чуть покоцаем, он убегает, и мы опять идем на еловый перелесок. Воу, нормально, нормально. Еще одна граната. Посмотри. В общем, что я могу тебе сказать, бро? После второго столкновения с медведям следов не обнаружено, а в нище не обнаружено, ничего нигде нету. Я три раза прошел леса, оранжевый и красный. На четвертый раз появился громила, но я нормально от него, значит, сделал красиво ноги, проверял локацию, следов тоже не было. Вот, предполагаю, что нас все-таки гоняют по карте, да, либо рандом голимый, либо нас все-таки гоняют красиво по карте.
ты не можешь и там, в одном месте, в общем, понаходить все это безобразие. То есть надо приходить на локацию, да, в оранжевой локации, что-то мне вообще пока ни разу не дали следов. Вот он, красавчик. Ну-ка, друг. Да нет, не ты. Надо хоть попытаться, да, чуть-чуть отнять ему. Блин, ты меня бесишь. Токсик, ты меня бесишь. Вот, копьецом мы нормалды всекаем. Ну-ка, где разрушитель? Блин, ну разрушитель безупречен. Вообще. И обрати внимание, бро, значит, когда ты этого бомжа здесь нагибаешь... Это он обилку сейчас заюзал. Ёлки-палки. Когда ты, значит, его нагибаешь... Лучше небольшие аптеки использовать, чтобы постоянно поддерживать хп, да? Все, свалил, отлично. Когда ты его нагибаешь, обязательно найди все его следы. Он прибегает сразу, в общем. Есть плюсы, да, в поиске медведя. Железная информация. Но обязательно найди следы, вот эти вот. Токсичные зомби. Так, вот, ну вот в этот... Фанатизм нам с тобой не нужен. Можно сразу убирать оружие, которое юзаем на медведя. Вот. Так, что это за деревяшка? На ней какие-то интересные следы. В общем, у нас это гребаные следы есть в задании. Найти 15 следов зомби-медведя. Продолжаем искать. Чуть-чуть, да, как-то не в тему сделано. То есть ты вначале, значит, нагибаешь пацана, а потом ищешь зомби-следы. Плевать будем. Молодец. Ну ты, я тебя только похвалил, что ты не верблюд, а нормальный мужчина. А ты все-таки верблюд. Этот хоть прыгает, но ты-то вообще безобразие. Странный труп оленя. Очень большой труп оленя. Найден след медведя. Я чувствую, медведь где-то рядом. Ну я типа такой охотник, да, такой. Где-то он здесь. Против ебать, он второй раз подряд на меня напал. Прям сразу уже. Сколько следов медведя на одной большой красной локации? Два мы уже нашли. Ищем. Нам надо узнать с тобой абсолютно все подробности, да? Сколько их вообще? Мне кажется, 5 есть-то. Ой, там что-то в лесу большое стоит. Стремное большое что-то стоит в деревьях. Не будем беспокоить. О, опять ящичек. Хорошо, блинчики. Вообще огонь. Давайте еще гранату. Ага, закатай. Губозакаточную машинку мужчинка вам дать. Индейка. Я когда индейку вижу, у меня вообще просто сразу нервный тик. И я начинаю жать на курок. Я уже очень долгое время пытаюсь... Кажется, я знаю, где этого бомжа искать. А это что за подозрительный предмет? Так. Так. На вкус ягоды, малина. Это медведь! Это медведь! Точно! Кто это? Блиночки, мужчина. Ну серьезно, что ли? Вот тебе не сиделось в лесу в твоем, где-то там в будке был. Олень раз, олень два. Конечно, всех бы по-хорошему нагнуть. Так, 4 следа есть. А, консистенция, значит, вот этого вот овнища говорит о том, что это реальное овно. Кушал медведь ягодки, грибочки. В общем, все, все выявили, полный химический анализ провели. Конечно, если бить сплошным разрушителем, да, одним разрушителем, быстрее килл произойдет. Ну вот, блин, опять гребаный душ. Чё с дела? Бомж, выходи, блин. Ты чё, блин? Я не верю. Я уж думал, меня лишили, значит, батла с ним. Я чё твои следы вонючие искал? Чего это, блиночки? Ты задолбал уже. Я думал, я быстро пришел, победил медведя. В день по медведю, да? Ничего подобного. Ой-ой-ой, он рычит. Он рычит, он пердит. Он что только не делает, безобразие. Слушай, он жесткий. 2900 жизни, ты представляешь? Я в шоке вообще, дичь. Я не буду тебе показывать все киллы, все поиски следов, потому что это займет у меня еще ого-го сколько времени. Ну вот они и железные правила, друзья. Значит, следов. Следов около 5. Это по заданию найти следы медведя. Так. Появляются они только в красном лесу. Нифига, не везде, нигде попало. Вот, вот таких вот следов. Вот это вот, вкуснятина, да? Овнище. Это всего лишь след номер 1.
Значит, мне надо найти сейчас минимум 2-3 следа, чтобы появилась локация с медведем. Вот такие расклады. Охотимся только исключительно в локации в красной, лесной. Да ладно, чё, серьезно? Да, еще есть вот этот парень, соответственно, да? Вилы. И он мне не даст вообще поднять эти следы. Ой, какой дебилист. Сейчас посмотрим, появится медведь или нет. Какой отстой. Ай, как замечательно. Ай, как замечательно. Сейчас я тебе покажу прикол, бро. Вообще, такого ты не увидишь в книжках, блинчики. Видишь, да, эту бомжу, которая за мной бежит? А в чем фишка? Я встретил медведя. Я нашел один след. Второй след уже, значит, вместе с громилой. Тебе надо открыть 3 следа, чтобы появилась вот такой, вот такая локация. Еловый перелесок. Бежим, 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 бежим. Вот. Громила летит. Летит на меня со страшной силищей. Неужели надо все подсказки? Да вы офигели. Ну, то есть ты понял, да? Вот как вот сейчас я облутаю подсказку. Невозможно. Ну, ты понял, да? Ёлы-палы, какая дичь. Так, бежим, бежим. Вот эту подсказку я лутал. Следующее. Ну, вон он уже, это жестко. Ну, нет. Ты грёбаный бомж. Он очень быстрый. Еле как успеваю, ты понял, чё? Найден след медведя. Еще остается вот эта подсказка. Ну что, господа охотники, подытожим. Где искать медведя? Я тебе рекомендую сосновую чащу. Я протестил много локаций. Сосновая чаща — наилучший вариант. Чаще всего он здесь появляется. Когда ты приходишь и там он будет, тебе надо буквально постоять, я не знаю, 5-6 секунд, и он на тебя сам нападает. То есть он сам нападает 100%, реально. Значит, на одной локации у нас 5 следов его. Ну, отметок, да, медведя. Чтобы тебе найти этот еловый перелесок, тебе надо найти минимум 3 подсказки из 5. Если ты нашел 1-2 подсказки, и тебе еще не показали надпись, что теперь я знаю, где он обитает, и вышел в глобальную карту, или, допустим, логаут из игры, и то есть ты вышел автоматом в глобал, все, профукал ты возможность своего елового перелеска, перезагружай. У меня ситуации были, ты сам видел какие, да, с громилой. Все это 100% протестил. Еще дальше такой прикол. Вот последний еловый перелесок, вот этот, который я нашел, он у меня не появился до тех пор, пока не исчез старый. То есть я нашел подсказки медведя, да, все, мне сказали, есть локация, выхожу в глобал, ничего нету, делаю логаут из игры, ничего нету. Короче, не появляется, пока не исчезнет, типа, старая. Вот такая вот тема. Вот, ну реально, да? Ну и по поводу килла, чем его бить, да, я потестил практически все. Разрушитель бьет, ну, соответственно, копье. Ну и сейчас мы с тобой еще протестим, давай, вот эту замечательную мачету и вот эту замечательную косу. Может быть, будет бить ими. Соответственно, лучше всего искать следы, когда исчезнет эта локация. Ну, на твоих глазах я тебе показывал одновременно 2 еловых перелеска. Если вдруг у тебя надпись была, да, в сосновой чаще, все, теперь я знаю, где логово. Выходишь в глобал, логова нету. Жди, жди, пока исчезнет вот эта вот ерунда. Как только дождался, зайди в локацию, дом, ник, пофигу, либо логаут из игры. И вернись назад в игру, и у тебя появится новое логово. То есть, ну, такая фишка, да? Грубо говоря, вот это логово А, а вот здесь логово Б. И тебе может совпасть, и ты найдешь следы на логово А. Но пока старое не исчезнет, новое не появится. Приехали, деремся. Мне кажется, определенное количество жизни сносишь, и тогда он убегает. То есть, нет смысла бить хорошим оружием. Хорошим оружием бьем только для того, чтобы, значит, меньше брони, меньше хила потратить, да? Быстрее, так сказать, нагнуть его. Мачете отлично справляется. Тест прошел успешно, я читаю. Коса бьет на единичку. В общем, друзья, эти оружия все были заявлены, да? Мачете и разрушитель. У нас они были по заданиям. Убейте того бомжа тем, убей того тем. Ну и все, как бы, да? Определенное количество дэмэджа, и он побежал.
Все, опять иду в красную локацию. Если не нашел следы, перезагружаю локацию. Возвращаюсь. Он на тебя нападает, значит, следы есть. Три следа нашел, выходишь в глобал. Нету вот этого логова, жди, чтобы это пропало. И тогда появится новое. Какой-то такой раскладик. Удачи тебе, в общем, в поисках охотника. Ну и, конечно, Лукс, братень Лукса, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Каждый день выходят видосы. Играем не только Last Day, но... Ну, конечно, это территория моя, ну, конечно, надо пометить, конечно же, это же животное, да? А теперь мы ему дали знать, значит, я здесь главный. В общем, пока-пока.